Здравствуйте, привет всем, друзья. Давно не виделись, давно в эфире не были. Сейчас мы опять будем готовить что-то странное, удивительное блюдо. Кстати, банку надо убрать. Дима, кто это поставил? Мама, уберите. Вот, вот наша стеклянная посуда, в которой мы будем готовить вот эти вот удивительные печени от породы муларды, французской породы. Так как, ну, давно нас просят, Дима, приготовьте в банках. Ну, что, мы этот консервный завод здесь, что ли, блин? Сейчас мы будем вот в этой сковорода, или как ее назвать, кастрюля, вот стеклянная. Потому что эти банки, ну, там надо, могут предварительно включить, как бы, духовку, да? Дима, это же опасно. А там с этими банками надо сразу с банками печень и включать сразу духовку. Я думаю, может кто-то позабудет по запарке, по привычке включит, и банки могут треснуть, правильно? Я поэтому, чтобы обезопасить, я поэтому убрал, и у нас вот специальная есть посуда. Так что давай займемся уже, погода тоже, вот скоро дождь, надвигаются тучи. Дима, так что я приступлю уже, чтобы время не тянуть. Так, давай начнем мариновать их. Так, добавим соли, обильно. Добавляем черный перец, не жалеем. Не, ну реально эти банки, даже там в инструкции или как рекомендации, они сказали, надо охладить даже духовку после приготовления блюда 15-20 минут, потом только их доставать. Это о чем говорят? Они говорят, могут лопнуть. А зачем? Надо обезопасить. Безопасное блюдо надо готовить. Что, экстремалы, что ли? Долька мне так примерно нарезаем наш лук. Так, берем яблоко. Также вот такими дольками его режем. Так будем добавлять прослойку делать. Лук, яблоко, болгарский перец. И вот еще у нас лавровый лист. И специи у нас еще душистый перец, не молотый. Добавляем болгарский перец тоже вот такими дольками. Кстати, это блюдо можно... В основном это надо готовить на кухне. Эту же байдарку мы не будем куда-то таскать на природу. Это блюдо чисто готовится на кухне, где-то на даче. Одним словом, такое блюдо мы решили приготовить. Так, все, нарезка у нас уже готова. Сейчас будем слоить, выкладывать также вот эти наши печени. Даем слой яблок, теперь прослойку. Болгарский перец. Лавровый лист. Несколько зерен немолотого душистого перца. Теперь выкладываем печень, уже замаринованную нам, просоленную. Поперченную. Слой печени даем. Так, как-то. Опять повторяем ту же процедуру, что изначально. Нет, какая хашлама. Это не хашлама, Дима, вот ты тоже сказал. Я ничего не говорил.
болгарский перец. Лавровый лист. Душистый перец. Несколько зерен опять. Так, выкладываем. Опять же печень. Сверху у нас слой печени. Раз, два, три. Так, про основной момент также забыли чуть-чуть. Ну вот, добавляем еще сверху сливочное масло. Друзья, и закрываем крышку. Банки накрывают фольгой, но у нас есть крышка специальная. Закрываем, закрываем. Крышкой наше блюдо. Сейчас пойдет это блюдо у нас в духовку. Тима, неоднократно мы готовили ролики на той духовке. Сейчас мы пойдем и поставим в духовку уже наше блюдо, нашу вот эту кастрюлю, или как ее назвать, сковорода. Так. Все. Так. Включаем нашу духовку. Опа. Процесс пошел. Так, ставим на 180 градусов. На 180, на 190. На 25, на 30 минут. Все. Так, выключаем. Прошло уже где-то примерно 40 минут, 30 минут, 35-40. О, посмотри. Прелесть какая, видишь, как все красиво сварилось, можно сказать, прожарилось. Так, будем сейчас пробовать. Дима, вот такое блюдо у нас получилось. Французское пасло. Выложим яблоню, яблоку, тыблоку. О. Сейчас будем пробовать. Ну да, проварилось, видишь, как классно. 35-40 минут. Дима, как же французская печень без остинского вина? Приложение. Прилагается к печени остинское вино. Да, хорошее вино, видно. Дай Бог вам здоровья, друзья, за вас. Счастья, удачи, всего добра, удачи, хорошего. Что есть в этом мире, что у вас это было. Здоровье, самое главное, за вас. И за мир во всем мире. Дима, сам? Сам. Нет. Вкусно. Да. Нежно сварилось, очень даже, ну, вкусно получилось. Да, вилочка. Как печень трески почти, что напоминает. Ну, аж во рту тает. Итак, друзья, до новых встреч. Скоро увидимся. Пока, удачи.